Ящик, 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 ящик. Все, бензопила меня на запчасти порезала. Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярикан, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Лимбо. Не знаю, будет это последняя серийка по ней, либо же еще нет. Так, вниз прыгать нам по ходу пока не надо. Нам надо выждать тайминг. Раз, два, три. Прыжок. Не успели с таймингом. Ну, давай, 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 давай. Есть. Да, буковка О. Отлично. Опа, 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 опа. Так, стопарики. Вперед, вперед. Здесь мы не пробежим. Кстати, у нас внизу веревка появилась. Давайте. Мы спрыгнем. Да. Отключим электроэнергию. Вот так. О, какой молодец. Раскачались. Все, теперь мы, получается, обесточили электроэнергию и свободно можем передвигаться далее. Потому что током нас шибло не один раз. Шибло, но не зашибло. А я думаю, там тоже буквы есть с электричеством. Я думаю, даже если буковку Е мы пробежали бы, то... Опа, опа, опа. Опа. Ничего. Не-не-не, стрелочка вниз мне не нужна туда. Немножко... Остудим ситуацию. Поднимаемся наверх. Так, вот это мне не нравится. Куда нам прыгать здесь? Стекло лопается. Лопается стекло. Лестница на колесиках. Так, что у нас тут по гвоздику? Все, я понял. Здесь у нас тупик. Ух ты, как мы можем передвигать. Прикольно. Давай расшибем стекло. Отлично. Есть такое. Бегом, 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 бегом. Так, стоп, 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 стоп. Все, выше мы не можем, но я так понимаю. Я думал, мы разобьемся. Это жестяк. Убегай, убегай. Так, здесь у нас есть стрелка вверх. Подняться мы по ней, естественно, никуда не сможем. Все, здесь тупичело. Тупичело. Бежим в обратку. Вот тебе и загадочки такие. Кстати, друзья, всем огромное спасибо за лайки, за подписки, за комменты. Это помогает продвижению нашего канала. А, все, вселился глист в наш мозг. Теперь мы попадаем туда на свет, на той стороне. Все, теперь все понятно. Он разворачивается на свету. И мы бежим дальше. Есть такое дело. Шифтануть бы немножечко. Так, и здесь нам надо быть внимательным и аккуратным. Теперь нам... Это штыри торчат? Нет, это не штыри. Все нормально, выживем. Как-то выживем. О, как-то камера отдаляется. Я думаю, сейчас что-то будет такое. Так, есть внизу ящик. Но до ящика я не доберусь. Потому что мы идем вниз. Ладно. Так, это шипы или иголки? Что это? Нет, это просто железячка. Но у меня здесь пока вариантов, пока я не вижу других. Вот только вот такие варианты бега. Ну вот бежим, пока и бежим. Сейчас посмотрим, куда нас это приведет. Так, кнопка, 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 кнопка. Мне на нее надо наступать или нет? Ящик, 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 ящик. Все, бензопила меня на запчасти порезала.
Окей, хорошо. А, мы здесь рядышком. Это мон норм. Так, нам надо дождаться, пока ящик упадет. И потом запрыгнуть на ящик. И с ящика уже перепрыгнуть через пилу. По пяточкам. На тебе. Минус одна пятка. Вообще все, полностью распилял все тело. Как тебе такое, малыш? И Карлсон. Так, все, ждем. Не спешим. Да, 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 получил. О, наверху эти челики, которые сейчас сожрут эту дрянь. Ух, так. А, здесь вниз, я не знаю, там вроде бы что-то было наподобие лифта. Я думаю, нам, скорее всего, надо назад возвращаться. Сейчас единственное, перепрыгнем через циркулярку. Давай, возвращайся. Ты чё, тетя? Так, все, будем знать, кнопки теперь бросают ящики. Так, и как мне здесь? Мне кажется, я понимаю немножко. Надо вот здесь постоять. Мы перевесим. А если раскачать, может, быстрее будет? Давай, 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 давай. Пипец. Пипец на холодец. Давай, давай, раскачивай еще раз. Я думаю, еще разочек. И вот так. Отлично. Так, здесь мы запрыгнули. А здесь мы не допрыгнем. А, стоп. Вот рычажок есть. Я думаю, нам, скорее всего, надо вот эту ерунду раскачать. Сможем перепрыгнуть? Да, 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 у нас получилось. Отличненько. Ух, как плотненько. Плотненько. Так, теперь залазим вверх. Стоп, нам для чего-то, мне кажется, нужен будет вот этот ящик. Ну, не просто так он здесь лежит. Либо здесь за ящиком что-то спрятано. Какая-то секреточка. Нет, за секрет. Здесь ничего не спрятано. Поэтому я думаю, нам сейчас надо в любом случае на вот этом транспорте поднять ящик. Это однозначно. Все есть. Поднимаем. Слушай, а мы можем тут вверх подняться? Если мы запрыгнем на верхнюю часть лифта. Да, но мы там ничего не получим. Нас разве что раздавит. Па-па-па-па. И как здесь быть? Как здесь быть? Так, что происходит? Ага, канат лезет к нам. Есть канат. Так, стоп. А, вот для чего нам все-таки ящик-то и нужен был. А, тутум-тутум-тутум. А как мы его сможем оттащить? Может, прыгнуть надо будет? М-м.
Такое не работает. Может, здесь что-то с лифтом связано. О, я вижу ручку в рычаг. Сейчас мы кое-что придумаем. Нет, мы не успели. Поднимайся вверх. Да что такое? Угу. Надо походу затащить и положить, я думаю, частичку, в частности, сюда его. Да. Вот. Так, сейчас зафиксируем, чтобы он больше не двигался. А ну-ка, попробуем. Да, все получилось. Теперь мы сможем запрыгнуть на ящичек. И что дальше? А, может, рычаг надо по новой нажать? Давай. Надо было сюда ящик ставить сразу. Походу будем прыгать. Походу залезем и запрыгнем. А может, давай немножко хотя бы пододвинем, чтобы прыжок был вот так. Ну что ты? Ух, вот этот тайминг. Да. Залезли, все окей. Держимся. Так, я так понимаю, нам направо надо будет прыгать, раскачиваться. Или нет? О, это не-не-не, что-то. Или да? Опа. Так, стопарики. Здесь у нас есть теперь два ящика, есть две кнопки. И есть циркулярка. И есть очень высокая локация наверху. Слушай, то есть получается, мне надо, чтобы ящик на ящик упал. А, все. Это конец, это фиаско, брат. Распилял все тело. Ну, принцип мы с вами поняли. Давай, залазь. Есть. О, как хорошо. Я думал, мы промахнемся. Слушай, ну, не, мне уже не интересно. Я думал, внизу там что-то под циркуляркой. Вот сейчас подо мной. Возможно, есть какая-то ачивочка. Ну нет, я не буду это испытывать и искать. О, мухи какие-то летают. Так, кто-то убежал куда-то. Кто здесь куда убежал? О, походу мы нашли тайную комнатку. Или нет? Да, мы нашли. Мы нашли второй секрет. Я, конечно, не знаю, где разрабы эти секреты все подевали. Здесь есть какой-то механизм, который может поднять вот эту каменную стену. И мы, возможно, заберем там еще что-то. Так, теперь нам надо как-то выбраться обратно. Я не знаю, сколько там бежать нам надо. Бежать или прыгать, или за что-то цепляться надо. Опа, мы упали в какую-то воду. А, все, выбегаем, отлично. Ну все, плюс один секретик. Один секретик, это хорошо. Так, что нас ждет здесь? Ну здесь без вариантов, нам надо спускаться сюда. А, какая-то стрекозища. Так, запрыгнуть мы к ней не можем.
Нам бы здесь, получается, либо возле приманки постоять. Давай возле приманки постоим, может она нас не заметит и... Короче, нам надо, чтобы она нас наверх подняла. Насколько я далеко могу отойти. Чтобы она вернулась хавать свои отходы. Если потихоньку подойти. Опа, видишь? Она немножко на меня заагрилась. Опа, ждем. Типа это я не я. Да, схватили за лапу. Давай, поднимай меня. Луша ты. Капец. Он у всех отрывает конечности. Этот маленький мальчик просто... Просто садист какой-то. Забирай конечность, побежали. С этой конечностью будем всех пугать. Так, есть механизм наверху. Это кнопка? Нет, это не кнопка. Кто-то там движется. Здесь какой-то пар идет. Опа, есть. То есть... Вот тебе и загадка новая. Что у нас по правой стороне? По правой стороне... А, вижу, наверху рычаг. Скорее всего, этот рычаг запустит эту шестерню. Но мы пока допрыгнуть не можем, потому что нам нужно забрать вот этот ящик, я так думаю. Так, а ящик... Мы забрать не можем. Но ящик, скорее всего, нам надо будет выбрасывать с двери, с этой, да? Окей. Давай тогда смотреть, что у нас есть вверху. Ага. Есть механизмы, которые двигаются до определенной точки. Ага, и судя по этим механизмам, мне, наверное, что-то надо будет передвинуть. Колесо катится. Ух, блин. А, ну я там не успею в любом случае. Давай, наверное, вот здесь мы пододвинем до максимума сюда. А вот здесь мы будем двигать вот так тебя. Чтоб там не перепрыгивать. Все. И теперь колесико у нас упадет вниз, походу. Я думаю, оно упадет как раз на кнопку. То, подожди, а как мне колесо положить на кнопку, если оно круглое? Оно же будет кататься постоянно. Может, его как-то получится здесь закрепить? Нет. А, смотри, оно возвращается. Все, я понял. Я вас понял, господа. Теперь нам надо успеть это сделать все. Опа, отлично. Интересно, еще раз вернется на свою область или нет. Да, мы бы еще раз успели бы даже. Недолго, но успели бы. Отлично, теперь забираем этот ящичек. И поднимаемся наверх. Есть, паровой двигатель запущен какой-то, да? Движемся на шестерне. Главное, чтобы там нас нигде не встретили, не раздавили. Опа, ящик есть.
Тоже, я думаю, здесь он неспроста стоит. Скорее всего, надо будет его сейчас сбросить вниз. Давай, сначала ты летишь, а потом я за тобой. Блин, там можно было наверху посмотреть. Может, там что-то было бы интересное. Так, один ящик у нас готов. Так, что нам надо сделать? А, так, стой, я даже там не запрыгнул. Я вас понял, господа. Я вас понял. У нас есть второй ящик, который остался на другой стороне. Поэтому бежим за ним. Вот для чего нам и понадобилась теперь эта лестница. Мы могли свободно передвинуться на старую нашу локацию. Тихо, ты не разбейся только. Давай мы сейчас отправим ящик, чтобы он мне на голову не упал только. Все. А следом за ним уже и мы отправимся наверх. Как наверх, так и вниз. Давай, давай, Олимбо. Вот так, вот так, вот так, мальчик. Молодец. Ох, как хорошо. Вот как ты. И как мне за тобой успеть? Слушай, а если взять и раскачать ее? Поздно, 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 поздно. Надо понять правильно тайминг, когда нам нужно отцепляться будет. Точнее, не отцепляться, а когда нажимать кнопку. Подожди. Да, 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 у нас получилось. Супер. Так, а здесь куда? Подожди, подожди. Все, я понял. Ух, ничего себе. Механизм закрутился. Пошел движ какой-то. Мы запустили маховик целый. Так, 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 так. Я так понимаю, нам надо будет сюда куда-то. Блин, ну здесь электричество везде. Я вас понял, спасибо. Не успел. Там не успел, здесь успел. Так, скорее всего, нам налево надо будет. Я не думаю, что нам в ту сторону. Есть. Нажимаем кнопку. Так, вот здесь начались у нас загадки с вами. У нас включен магнит. Так, ящик движется. Нам надо через ящик прыгать. Нам надо вот сейчас включать магнит. Чтобы он был хотя бы посерединке. А может даже давай ниже немножко сделаем. Вот так. Так, теперь смотри. Теперь мы прыгаем с вот этой ерунды.
Ой-ой-ой-ой-ой. Да ты еще тот бегун. Да. Все, мы проверили. Здесь мы можем все сделать. Теперь. Давай, 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 малыш. Yes, 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 yes. Супер. О, опять какие-то бензопилы, опять что-то такое. Слушай, мне надо было, наверное, сразу на цепь. Потому что там электричество идет по нижней части. А, стоп, ящик сейчас нас спасет. Потому что верхняя бензопила нас тоже распиляет. А вот ящик, когда будет ехать, он же будет крутиться сейчас везде, правильно? Вот так. Опа, опа, и что дальше? Мы сейчас снова на бензопилу попадем. О! Это великолепно. Все зафиксировалось. Вот так, скользя не спеша. Так, здесь мы прошли. Что у нас здесь? Ага, я вижу, этот мячик будет сейчас на нас катиться. Давайте подумаем, как здесь нам. Итак, ящик упадет вниз на правую сторону сейчас. Ладно, давайте будем пробовать. В любом случае, никто не отменял пару перепрохождений. Когда их десятки, конечно, перепрохождений, то тогда начинает... Не-не-не-не, подожди, подожди, чувак. Стоп, подожди, подожди, подожди. Вот так. О, капец, как мы вовремя все это сделали. Просто по таймингу, шикарно. Мы можем под свет попадать или нет? Нас никто тут не сожрет. Да, бабочка появилась. Все, сюда, сюда, сюда есть. Так, все, на землю обетованную мы попали. Опа-на, сеструлечка моя. Привет. Капец, и мне в мозг впился этот дурачок. И что теперь делать? Ну, я понял. О, надо было наверх запрыгивать. И, ну, я хотел наверх запрыгнуть. Но почему-то все пошло не по плану. Допрыгнем? Да. Так, здесь мы допрыгнули. Здесь по свету мы сейчас вернемся. Я понял. Здесь опять нам надо на шестеренки найти попасть. Опять, теперь к сеструхе дойдем. Стоп, подожди, здесь локация поменялась. Воу-воу-воу. Вы чё, ребята? Ай, как бы кишки потянулись. Да, здесь мы пробежали. Все, пальцы нам здесь не прищемит. Давайте, давайте. Сожрите то, что у меня сейчас есть. Все, теперь мы свободны. Добби свободен. А мы можем там наверх подняться или нет? Просто я видел, там лестничка была. Давай там лестницу проверим. Да, не все так быстро. Ух ты, ё-моё, проверил лестницу, называется. Ладно, побежали дальше. Посмотрим, может, мы как раз сейчас и вернемся на ту лестницу. Может, все не так уж и плохо. Надо было, может, ящик с собой забрать.
Так, 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 ребятулечки, тихонечко. Не хотелось бы попасть. Ага, вот, скорее всего, лестница, для чего нам нужна была. Забрать ачивочку одну. И что мы из этого получаем? А, мы из этого получаем подъем наверх. И что дальше? И ровным счетом ничего дальше, да? Бляха-муха. Так, я, кажется, начал понимать, что нам надо сделать. Смотрите, здесь мы сейчас по максимуму постараемся остановить шестеренку, на которую сможем, не сможем запрыгнуть, да? Из вот этой шестеренки нам надо будет... Сейчас немножко ход начнется. Да, 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 да. И вот теперь мы сможем по лестничке подняться сюда, наверх. Давай, давай, давай. Есть. Все супер. Так, опять мы включаем по ходу электричество, да? Очень хорошо. Так, судя по всему, мне сейчас придется каталку эту раскатать. Подняться наверх, нажать рычаг. И потом, наверное, спрыгнуть в эту тележку. И на ней, я так понимаю, мы отправимся куда-то там в дальний путь, потому что здесь, во-первых, закрыта дверь, а во-вторых, там везде электричество проведено. Поэтому нет, ты не откатывайся. Я думаю, тебе пора, красотунечка, здесь остаться на месте, а мы будем решать загадку с раскатыванием тележки. Угу, я понял. За один раз мы не поднимемся. Опа! Нормально, нормально. Все в порядке. Теперь главное вот здесь вот нажать на рычаг и отправиться в дальний путь. Так, мне здесь надо будет что-то перепрыгивать или нет? Темень вообще становится непроглядная. Только одни глаза мои. Так, я понял, понял, понял. Бежим, бежим, бежим. Ой-яй-яй-яй-яй. Короче, надо было не спешить. Надо было не спешить. Надо было не спешить перед своей тележкой. Бежим с таким же... такой же скоростью, как телега. И прыгаем прямо в нее. Все. Так, первое мы прошли. Вот и финиш у нас, да? Да, походу, нет. Опа-на! И как это понимать? Так, наверх нам запрыгивать нельзя, потому что нас там током шибанет. А здесь у нас дорожка под электричеством, да. То есть, в принципе, у нас, я смотрю, выбор здесь не сильно велик. А если немножко кнопку отодвинуть? А, телега все равно под своим весом. Значит, получается, нам надо телегу отодвинуть как можно дальше. Давай, 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 давай. Малыш, мы должны успеть. Да, мы успели. Так, я вижу здесь мяч. Его будет куда-то тянуть.
Отлично. Я уже даже понимаю, куда. Мы нарушили какое-то тут земное притяжение, походу. Давай, бежим. Куда-то надо бежать. Есть лестница. Отлично. Так, здесь электричество. Здесь у нас что? Здесь ящик у нас упал. Нам ящик нужен? Ну, разве что, если наверх там забраться куда-то. Мне кажется, мы опять в какую-то секретную комнату попали или нет? А, понятненько. Мы ачивочку забрали. Все нормально. Вытаскиваем, бросаем вниз ящик. И вот на ящик мы как раз с вами и прыгнем. Чтоб нас не долбануло электричеством. Вот так, аккуратненько. Вот так слазим. Так, какие нас приключения ждут дальше, друзья? Так, это как лазеры какие-то, смотри. Так, ну я далеко не убегу. И тут их, кстати, два. Опа, опа. Ты чё? А, смотрите, он по нему попал. Мне надо вот этим пулеметом, мне надо сбить вот этот. Все, это получается, помните, как у нас с пауком было? За счет кого-то мы убили что-то другое. Все, теперь мы по-любому попадем вот сюда. Да, да, стреляй там дальше. Патроны гаси в холостую. Парам-папам-папам. Кусочек лестнички. Кусочек лестнички. Есть два ящика, которые мне нужен. Один из них как-то поднять к этому куску лестницы. Правильно? Правильно. Скорее всего, что нам надо сделать? Так, у нас есть гравитация. И через время гравитация исчезает. Так, хорошо. А если мы вот этот ящик затолкаем сюда? Он пока будет двигаться сюда. Мы этот схватим. Да, все нормально, видишь. Мы этот схватим вот здесь. Будем ждать его. Все, вот у нас все и получилось. По крайней мере, с одним ящиком. Плюс один ящик есть у нас. Так, дальше у нас. Дальше лестница. Опа, мы упали. Подожди, мы упали снова в эту локацию. Я так понимаю, нам надо сейчас дождаться. Блин. Сейчас взлетит тот ящик. И нам надо его будет забрать. Если я не ошибаюсь, мы его вроде бы даже нормально поставили. Давай, 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 беги, малыш. Куда ты? Блин. Давай его, наверное, немножко ближе пододвинем. Вот так. Вот так мы его 100% достанем. Блин, можно было через низ идти. Ладно, хорошо. Пойдем через верх. Куда ты слазишь?
Так, все, это у нас есть. Это есть, это есть. Это мы запустили. О, у нас и вверху дверь открылась, кстати. Так, теперь мне главное, чтобы меня ящиком не прибило. Вот эта дверь наверху у нас открылась. Я так понимаю, нам надо будет залезть на ящик. Нас поднимет ящик. И мы сможем запрыгнуть за вот эту дверь. Опять та же самая процедура происходит. О, конечно, здесь, смотри, здесь получается три операции с одним ящиком. Три раза мы его в горку уже тащим. Давай, 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 давай. Короче, мозги мне расшибло. Гравитация превыше всего. Мысли, два ящика здесь. Вы что, серьезно? Вообще чекпоинта нету. Да ну это жесть, ребята. Давай повторяем еще одну попыточку. Я думаю, у нас сейчас все выйдет. Да, да, все получилось, все отлично. Я думал, мы сильно, сильно не успели там, конечно. Так, а что этот лид так сильно близко стоит здесь? Цепочка висит. Опа, ачивочка. Очень великолепно. 4 из 11. Ну, мы то видели, что мы на одну на шестеренках там пропустили одну. Поэтому, в принципе... Так, здесь мы понимаем, здесь у нас есть лифт. Слева вверху мы видим пулеметище. Ящик. Судя по всему, сейчас пулемет собьет ящик, когда нас на нас загрится. Да, есть. Подожди. А ну-ка, 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 ну-ка. А если мы этот ящик на лифт затащим? И поднимемся вверх. Опа. Смотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть какой-то выключатель. Ага. То есть ты здесь неспроста, дружочек. Мне тебя надо как-то вытащить. Все, я понял. Сейчас мы тебя по инерции. Ты когда упадешь? Опа! И что? Да, да, плохая получилась инерция. Нет. Да что такое? Ну нам этот ящик надо вытащить по-любому. Он, ну он неспроста здесь. Я сильно долго жду, когда он поднимется наверх. Надо немножко меньше. Вот здесь я тоже трачу много времени. Да, 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 вот он мой. Вот он мой маленький. Так, сюда. И судя по всему, ты куда-то там улетаешь наверх. Чувачок. Или нет? Нет. Странно.
Может мне... Да я бы не запрыгнул бы здесь с ящика. А если бы и запрыгнул бы, я потом оттуда бы не выпрыгнул бы. Там, в принципе, ничего нет. Здесь по-любому нам надо было ящик для чего-то забрать. Все, ладно, здесь мы осмотрели территорию. Спускаемся вниз. Забираем маленького. Опа, еще один пулемет еще. Да, стреляй. Так, стрелочка вверх. Вот, вот, смотри, вот наш один ящик. Все, теперь я понял, который мы должны будем закинуть вот сюда где-то. И по таймингу успеть это все сделать. Вот сюда. А второй ящик нам надо поставить вот где-то здесь. Как раз тот ящик, который мы сейчас идем забирать, который мы... с вами нашли на вершине лифта. Да, прикольно, меняем гравитацию, можем теперь ногами по полу и по потолку ходить. Так, подожди, ты докуда будешь ехать, маленький? А, в принципе, мне все равно. Ты же все равно будешь двигать мой ящик. Поэтому мне абсолютно все равно. Мне главное успеть словить вот этот момент. Когда начнется движение. А движение уже началось. Все. Да, мы успели. Кто молодец? Андрей молодец. Так, погнали дальше. О, птички поют. Я слышал птиц. Пение птиц. Так, что-то мы здесь с вами активируем. Что-то деактивируем. И нам надо забраться наверх, да? А забраться наверх мы не можем, потому что... Вот эта штука огромная, металлическая, с правой стороны, она поднялась... До самого верха. Нам ее надо опустить. А вот эту ерундовину поднять. Немного помучившись, у нас проблема с вами, друзья, была решена. Каким образом? Мы включаем магнит. И включаем гравитацию. Только на немного. То есть нам нужно словить момент, чтобы верхний контейнер примагнитился. А нижний у нас так и остался. Точнее, правый. У нас так и остался на земле, чтобы он не успел примагнититься к верхним железным рейкам, к вот этим, к электромагниту. Вот, в принципе, и все решение вопроса. Так, здесь у нас что? Здесь что-то за нами должно приехать, правильно? Давай будем смотреть, что там за нами может приехать. Тележка. Есть такое. Шипы впереди. Вовремя спрыгнули. Опа, опа, опа. Что это за движ такой? Мне надо было на этот. Я вниз почему-то туда решил прыгнуть. Да. В кнопках сейчас на самом деле немножко путаешься. Успели. Не успели.
Слушай, ну мясо, конечно, еще то. Давай. Есть, за веревку схватились. Отлично. Ой, какое великолепное. Все классно. Так, сейчас мы еще на шарике будем катиться, да? Или нет? Нет. Кстати, хорошо, что мы с вами в правую сторону побежали, а не в левую, потому что в бездну бы пропали. Так, здесь нам показывают, что нам надо будет подняться наверх. Есть такое. Ага, для этого нам еще и таймер дается. Не будем спешить. Давай. Вот теперь все, теперь уже отступать некуда, малыш. О, как хорошо. Так, и что нам здесь надо с вами будет сделать? Понятно. Искромсали нас. Давай будем пробовать сейчас пытаться отключить магнит. Ну и почему? Да, мы успели. Есть. Так, здесь мы прошли. Так, внизу пулик. Нам надо опять под эту ерунду попасть. Угу. Считаем. Раз, два. Вот так. Отлично. И куда нас тут дальше тянь? Ага, нам надо в правую сторону. Как это было жестко, как это было близко. Бежим вперед. Не успеваем. Там тоже нас не... Двумя бензопилами просто распиляли. Понятно. Надо слушать. Капец ногам. И поднялось такое тело. Да, все-таки мы контролом залетаем. Опа! Мы пробили какое-то стекло. Такое слоумо жесткое. Своим телом пробили стекло. И что дальше? Куда мы здесь вылетаем? Мы остаемся живы или нет? Эта катсцена так и должна быть, и... Ну, давайте. Это, наверное, и был свет в конце туннеля. Только мы, на самом деле, все равно, получается, остались с вами в лесу. Как начинали в лесу, так и остались в лесу. Так, кнопки пока не активны. О! Глазики раскрылись. Ух, такой с бадуна, да?
Ё-моё, что это было со мной? Что это было со мной? Две серии. Что происходило? Или это вообще только начало игры? Мы только начинаем все. О, сеструлечка. Привет, подружаня. А ей вот это походу по приколу, да? Сидеть, ковыряться в песочке или в земле. Она там что-то садит, я не пойму. Все, я уже не управляю, это уже пошла катсцена. Ну давай, повернись ко мне. В смысле? Вот так неожиданно. Блин, да он хотя бы подбежал, там обнял ее, там обнял, поцеловал. Все, и убежали бы с этого леса вместе. Но походу что-то пошло не так. Что-то пошло не так здесь, друзья. И что? И на этом месте мы, получается, заканчиваем, да? Здесь Start New Game, вот, сеттинг. То есть, в принципе, ничего нового нету. Ну, так скажем, не сильно концовка. Я думал, честно говоря, ожидал, будет что-то лучшее. Но судя по тому, что там летает две кучки мух, скорее всего, они вдвоем, к сожалению, погибли. И сеструля, и наш Лимбо, братишка. Что хочу сказать об игре? То, что, в принципе, и говорил. Рисовка обалденная, сюжет плюс-минус прикольненький. Все настолько необычно, все настолько по-старенькому сделано. Но в этой игре есть своего рода такая вишенка, изюминка, жизнь какая-то, да. Поэтому рекомендую прохождение. Нам хватило ее, в принципе, пробежать за две серии. А на сегодня я с вами обнимаюсь, друзья. Целую, обнимаю, приподнимаю. До завтра. Пока-пока.